больше сотни лет. Это еще кто? Они вооружены. Не знаю, дай подумать. Нашла. Этим пользовались песцы китайского императорского двора.
Алекс еще не вернулся. Помогите! Помогите! Это Уитман! Иона, помоги! Сколько их? Не знаю. Вы ранены? Я никого не вижу. Наверное, я их спугнул. Как же я бежал. И даже не вспотели. Я крепче, чем думал. Вы могли бы привести их к нам, как тогда, во дворце. Что? Все было не так, Лара. Они схватили меня, когда ты освобождала Сэмми. О чем это вы говорите? Они сказали, что только при этом условии оставят вас в живых. Я хотел вас предупредить! Послушайте, вы двое! Мне все равно, что между вами происходит, но у нас на это нет времени. Я надеялся, что... Доктор, еще слово, и клянусь, я сильно прорежу вашу белоснежную улыбку. Все, все, хватит. Если мы тут переделемся, все погибнем. Ты прав. И лишь поэтому ваши зубы еще целые, ясно? Я иду за Алексом. Где были инструменты? В машинном отделении. И будь осторожнее, Лара. Ладно, мы скоро вернемся. Лара, постой! Вот, возьми этот лук. Я его нашел и приберег для тебя. Он мощный. Из такого стрела что угодно пробьет. Спасибо, Иона. Стоит у берега за утесами. Новый лук пригодится тебе в пути. Наверное, идти лучше через скалы.
начали волноваться. Мне нужна монтировка и вообще весь мой набор. Без него катер не починить. Ладно, понял. Тебе идет Лара, дождись ее. Лара? Нет, я сам все сделаю. Вхожу, отключаю рацию. Алекс, что ты Пожжен по краям. Что случилось с хозяином? Почему он не заткнулся? Он меня достал.
Крюгер! Господи! Давайте сюда! Интересно, это и правда было подголовником? Или все-таки это часть скульптурной композиции? А это ведь какая-то лаборатория. Их отправили сюда изучать природу бурь? Здесь есть электричество. Как это возможно? Нужно найти путь на ту сторону.
артефакты из древней гробницы. Что они здесь искали?